решает их заполнять, потому что он очень суровый в этом отношении, за то, что своим следит. Кстати, я общаюсь с ним по телефону, спросил у него еще одну песню исполнить, но он разрешил, но внес свои художественные требования, поэтому пока мы консенсус не нашли, я думаю, что скоро родится еще одна песня Николая Емельяна, но в моем исполнении. Итак, я исполнил песню про батю, а следующая песня, она будет про маму. И, как вы многие уже знаете, потому что появилась она в репертуаре благодаря вам, Леонид Андрей, когда мне позвонили, откуда с редакции сказали Виктору, исполните, пожалуйста, песню про маму, следующую песню, не знаю. И у вас начали на съемку, и у вас помощь. Вам я песню выучил, съемка прошла, меня не пригласили. Да. Но потом через полгода где-то мне позвонили и попросили на следующую съемку приехать, но уже с этой песней, на гармошке, с мамой. Вот. Это было трудно, но мы выполнили все требования. И съемка прошла благополучно, и 8 марта в прошлом году, я думаю, вы видели многие выпуски, посвященные 8 марта и цветам. Итак, сегодня тоже будет много лирики в концертной программе, потому что не за горами долгожданный праздник для всех мужчин, правильно? Международный день, женский день 8 марта, поэтому сегодня будет много акцентов песенных в этом направлении, поэтому ждите, все будет у женщины обязательно. Итак, первая песня под этот праздник, песня о маме. Есть на свете много людей, только нету мамы моей, никого дороже. Только нету мамы моей, никого дороже. Над рекой солнце взойдет, та, что всем дороже. Знаю, что всегда меня ждет, та, что всем дороже. Я люблю жену да детей, искренно, но все же. Нет на свете мамы моей никого дороже.
авторы песни Владимир Лисяков. К сожалению, я с ним лично не знаком, но знаю, что песня замечательная. Вот. Есть композиторы, авторы сегодня, которые сочиняют душевные песни. И этим, наверное, славится наша Россия, наша русская душа.